Всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, в сегодняшнем видео, друзья мои, хочу вам показать все свои уходовые средства для себя, для семьи на август месяц. Сегодня 1 августа, последний, в принципе, месяц лета. Да, посмотрим, какой он будет. Считай, и июнь у нас был, да, в Сибири не такой теплый сейчас. Июль, да, более-менее, но он всегда более-менее такой. И сейчас август, посмотрим, какой будет. И первое, с чего я хочу начать, это шампунь, который я буду использовать в этом месяце. Компания Ифраше. Сейчас добиваю, как я вам и говорила, пока из сетевых компаний ничего брать не буду. Пока добиваю и использую все свои запасики. Дальше время покажет, дальше видно будет. Но все-таки хочу все равно, вот как бы то ни было, да, если буду брать вот Лента, Командор, да, еще где там у нас получается фикс прайс, да, буду брать, это все равно все сетевое, что ни говори. Я имею в виду вот с тех компаний, да, которые традиционные. Это и Фраше, это Фаберлик, это Орифлейм, да, все, что я беру на и брала в течение продолжительного времени на постоянной основе. Пока ничего заказывать не буду, чуть хочу попробовать, как очень многие девочки на Ютубе, хочу попробовать, ну, маленько другое, да, где у них там с Магнит Косметик. Вот, хочу попробовать другие средства. Вот, и, конечно, разнообразить, и на канале чуть разнообразить, да, это все. Ну, в общем, и Фраше, это шампунь. Я люблю мою планету, здесь 300 миллилитров. И этот шампунь для блеска волос, который нежно очистит мои волосы в течение, надеюсь, августа месяца. Так, из шампуней, те, которые у меня, я показываю только то, что новиночки, я, да, ставлю в использование. Ну, здесь и некоторые средства будут, конечно, и не новиночки, но это чуть маленько попозже. Из шампуней это все. Давайте перейдем к гелям для душа. Из геля для душа я ставлю вот такой мандариновый ликер. Но ничего, конечно, по запаху, ничего мандаринового здесь абсолютно нет. Это компания Тиандэ, который вот хочется, да, если мандарины, апельсины, хочется, чтобы это било прямо в нос. Здесь обычный белоснежный цвет, даже чуть такой в перламутровый уходит. По объему 250 миллилитров, ну, в общем... В общем, ставлю в использование, не вижу и не хочу, как бы, чтобы оставалось это все в запасиках, потому что, как бы, ну, аромат, да, конкретно, вот как вам сказать, да, что вот мандаринового, да, именно мандарина, именно цитрусовых, здесь абсолютно никак не передан. Почему, увы, не знаю. Для своих мужчин, для мужа и для сына ставлю в использование вот такой Палмолив, алоэ вера и витамин Е, очищение и уход, гель для душа 4 в 1, для тела, волос, лица, бороды. Новиночка, да, у Палмолив. Ну, вы прекрасно все знаете, что у мужчин всегда одно средство, и оно всегда универсальное, то есть для всего. В принципе, они и берут, да, если шампунь, вот как у меня супруг, если шампунь, то он моет, конечно, этим шампунем все тело. Ему как бы без разницы, да, как мы берем, да, гель отдельно, там мыло отдельно, соль у нас отдельно, да, шампунь отдельно и так далее. Мужчины у нас универсалы в этом деле и в этом вопросе. 250 миллилитров белоснежного такого
цвета даже чуть-чуть такого, видите, да, перламутрового. Невероятный аромат. Аромат, конечно, мужской. Мужской, хороший, красивый аромат. Из Ифраше также продолжаем гели для душа. Ставлю кофе в использование 200 мл. Здесь у нас, ну, кто помнит, да, Жардан Дюмонт, который бразильский кофе, так, 200 мл. Здесь абсолютно, да, это кофе, но здесь абсолютная противоположность. Здесь по запаху и по аромату кофе с молоком более такой нежный, более такой прямо, ну, кто вот любители кофе, да, не такого вот кофе, да, как терпкого такого кофе, а более размягченное такое сливочками, либо молоком. Но все равно хороший такой вот прямо, ну, аромат. Аромат традиционный, да, очень прямо. Вот в отличие от Тианде, у них, вот какой я уже второй, да, второй, и не вижу смысла дальше просто повторять и брать их гели для душа в компании Тианде. Пусть они меня простят, и простите те представители, которые любят, да, если есть у меня на канале. Все-таки Ифраше вот передает яркие и насыщенные у них гели для душа. Ну, конечно, нет равных. Бургундская ваниль ставлю в использование. По срокам годности все нормально. Ну вот, раз я добиваю, раз я прощаюсь с компаниями, но не навсегда, друзья мои, не навсегда. Все равно буду потихонечку что-то, может, смотреть и заказывать, но, скорее всего, не в этом году. Но загадывать не будем, конечно, мало ли что, но брать в ближайшее время точно не буду. 200 мл бургундская ваниль. Гели очень густые. Девочки все прекрасно об этом знают. В общем, отличная. Отличная. И, в принципе, надолго этих гелей хватает. В принципе, не так, что вот очень многие, да, которые льешь, да, на губку, либо на мочалку, и все равно вот этой вот пены. Я хочу, чтобы, если мою шампунь, чтобы была насыщенная пена, если моюсь, да, тело мою, также хочется, чтобы была насыщенная пена. С компанией Faberlic ставлю в использование вот такой вот крем. Это у нас было из новиночек. Вот такое расслабляющее крем-масло для душа. Ни разу не использовала крем-масло, но вот сейчас попробуем. Оно как эти средства, да, заявлены, почему вот и расслабляющие, как вечерние такие, да, средства. Здесь у нас по объему 150 мл. Ну, посмотрим, попробуем, как зайдет. Ставлю в использование. Будем смотреть. Следующее. Ну, если для тела хочу в этом месяце использовать, ну, конечно, и на дальше, вот, ну, за один месяц я не использую вот такую вот соль для тела с компании Тианде. Это грейпфрут. Я с этими солями знакомая, солями знакомая. Здесь 380 грамм, которые вот, помните, как-то показывала в пустых баночках, которые вот так. Да, это грейпфрут, ага, заявлено. В общем, всякие были соли и с клубникой, и с лимоном. В общем, в таких вот небольших у них упаковочках, как вот, ну, как вот маски, да, так вот в таких у них небольших упаковочках. Соль, ну, давайте покажу, какая это будет здесь прямо у нас запаяна. Сейчас, секундочку, я открою, а то еще
Еще не просто так это все открыть. Угу. Открыла. Вот. Ой. В общем, вот такая это соль прямо. Ну вот, соль. Соль. Поэтому, да, для тела, для молодости кожи. Ой, прямо. И аромат такой прямо насыщенный, насыщенный грейпфрут. Ну вот эти соли с компании T&D я, конечно, ну, вам рекомендую, друзья. А вот гели для душа все равно вот у них как-то вот не передано вот это вот, что ли, ну вот сам аромат или так вот у некоторых компаний, да, что вот ну, не все же как бы любят, да, вот эти ароматы. Вот вполне возможно, что у некоторых компаний как бы, ну вот, может, не хотят, да, передавать вот этот вот. Некоторые не любят с ароматом. Может быть, вот компания T&D, кто вот занимается, девочки, ну вот, напишите. Но мне все-таки вот, мне хочется, чтобы был запах, был аромат, чтобы можно было это все вот, ну, и в душе наслаждаться, и потом, когда выходишь, также этим всем наслаждаться. Так, ну, если Фаберлик, продолжаем. Если для тела ставлю в использование активный крем для коррекции фигуры, термоэффект, в общем, тело свое, да, насилую, то худею, то не худею, но все равно, друзья мои, вот как бы от сладкого, да, я ну, почти отказалась. Я не ем килограммами те торты, да, потому что я особо их не люблю и не любила никогда. Не ем вот эти вот плюшки, да, там гамбургеры, чизбургеры, да, в огромных количествах. Но нет, чтобы совсем вот не сорваться и не уйти и не заедать это все вечерами и ночами. Ночами я никогда не ела. Вот, поэтому нет, вот позволяю себе какие-то вот такие вот вкусняшки. В общем, сойду с дистанции и опять, в общем, вхожу в нее. Ну вот такое у меня. Ставлю в использование активный крем для коррекции фигуры термоэффект, который прямо 150 мл, который прямо мажешь и горит прямо хорошо. А если занимаешься активно спортом, вот эти крема, друзья, действительно работают. Но работают при активности, когда идешь заниматься спортом, когда идешь активно, ну вот как сейчас, огороды, дачи, вот это да, это работает, тело горит, тело проникает, да, вот в эти вот, в наш целлюлит, да, в наши эти все, ну как целлюлит? Целлюлит это задерживание, задержка воды, друзья мои, вот это вот все, что мы жира как такового нет. Это задержка воды. Все. В общем, утешай. Утешай себя, да, Елена Александровна. В общем, утешай, что жира нет. Ну, в общем, поспорьте, девочки. Поспорьте со мной, пожалуйста, в комментариях. Очень хочу. Очень хочу и готова к спорам. Ставлю в использование очищающий крем-гель для интимной гигиены. Это Луника Фаберлик. 150 миллилитров, по-моему, да. Здесь 150 миллилитров. Это для меня новиночка. Я не использовала это. Почувствую всю магию. Ну вот, давайте. А, ну даже еще я даже вот от пленочки-то даже еще и не открывала, чтобы что-то почувствовать, нужно от пленочки-то оторвать. В общем, от пленочки. Угу. Так, какой у нас розовенький? Нет, такой вот прямо,
даже сказала бы, розово такой вот прозрачный очищающий крем. Гель для интимной гигиены. Ну, в общем, ставлю в использование. Посмотрим, как оно это все будет себя вести. Так, может, маленечко. Маленько вот так, чтобы было видно все средства. Так, следующее, давайте перейдем к зубным пастам. Я ставлю две пасты в использование. Это с компании Тиандэ, доктор Тайга, как я понимаю, на русском здесь ничего не написано, 75 миллилитров. И оно такого прямо черного, угольного такого цвета. Да, и что-то такое, что-то травяное. 75 миллилитров. Ставлю вот такую зубную пасту в использование. Также ставлю из компании Faberlic серия Нуки. И это у нас ананас. Зубная паста с сочным вкусом ананаса, которая создаст отпускное настроение. Отпуск, который закончился, но еще вторая половина у меня в августе. Будет в конце августа. И защитит вас от кариеса и налета в течение дня. Ну вот, в отличие от всех, вот эта зубная паста. Так, здесь эту штучку тоже убираю. Здесь вот эта зубная паста более такая, я вот уже использовала, да, видите, такого вот красивого желтенького цвета. Она, эта зубная паста, ну вот более такая освежающая, что ли, вот из всех паст, которые, ну вот, я использовала. Не все, конечно, но Faberlic я попробовала очень много паст, и в пустых баночках про них я вам, конечно, рассказывала. Так, давайте перейдем к ручкам. В этот месяц я ставлю в использование вот такой 75 миллилитров. Это у нас лимитированная коллекция Faberlic увлажняющего крема для рук «Снежная сказка». Так, вот такой ставлю. С компании Тиандэ я ставлю в использование крем для рук со змеиным жиром. Здесь 80 миллилитров, видите, да? В компании Тиандэ что-то вот такое вот присутствует, такое вот нетрадиционное. Ну, как вот мы привыкли, да, к обычному там. Да? Там то 215, то 210. В общем, что-то всегда прыгают между. Так, для рук, в принципе, это все. Для ног ставлю в использование с компанией Faberlic вот такой питательный, вот такой Happy Steps. Здесь у нас, как я понимаю, герои ухода, которые спешат на помощь, и это нежный лен в использовании. Вот такой питательный по своей, ну, в принципе, не скажу, запаха как такового особо я и не слышу. Так, желтая, чтобы не сливалась, вот так вот поставлю. Не слышу, поэтому, в общем, буду использовать. И ставлю в использование, кстати, еще не открыла, вот сейчас открываю. Я как-то брала, это серия Эксперт Фарма, серия лечебная, ставлю в использование размягчающий крем-компресс для ног, который размягчает и удаляет участки ороговевшей кожи. Я намазываю в носочки, либо у меня еще есть гелевые носки. В общем, отличная, отличнейший
размягчающий крем-компресс, который буду использовать в августе месяце. Так, еще потерпите, еще несколько средств с компании Oriflame. Хочу добить вот такой вот легкий крем-гель с огурцом для лица 30 мл. Также с огурцом хочу добить вот такую масочку. Это она у нас огуречная маска для лица. Здесь 30 мл. Дезодорант с компанией Faberlic антиперспирант 48 часов защиты. Это чистота лотоса. Такой вот прямо, ну, в поездке брать замечательно. Такой легонький прямо. 0% спирта, нет белым пятнам. Вот такой дезодорант ставлю в использование. А как же ты, вопрос, да, можете задать, а как же ты будешь потом обходиться, да, у тебя все сетевое, без сетевого маркетинга. Ну, в общем, обходятся же как-то люди. И последнее, что я ставлю, и это будет ежемесячно, да, пока не закончится, я ставлю в использование вот такие гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Ставлю на видное место. Здесь у нас 60 их, по-моему, штук, этих гидрогелевых патчей. В общем, и ставлю в холодильничек, чтобы они... уже их использовать можно было охлажденными. Вот такая здесь лопаточка. И сами, ну, я уже использую. Не так, конечно, это вот такого прямо перламутрово. Там они в этой в жидкости находятся. Поэтому вот, друзья мои, более плотненько. Нет, не дает более плотненько так нам закрыться более плотненько, что ли. Ну вот, давайте, чтобы, ой, камера, господи, туда-сюда, давайте вот так вот, что ли, я помещу, чтобы все средства, которые я буду использовать в августе месяце, чтобы они попали маленечко у нас вот так в кадр. Друзья мои, вот и все средства, те, которые я буду использовать, я, моя семья. Я вам показала в этом видео все, что я буду использовать в августе месяце. Вас жду, конечно же, в комментарии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Но если ставите дизлайк, также, пожалуйста, в комментарии отпишитесь, почему и что вам не понравилось. А вам я желаю отличнейшего настроения. Всем вам счастья, всем вам здоровья, всем вам гармонии в семье, в душе, чтобы ваши дети вас радовали. И когда человек счастлив, счастлив, просто счастлив, он никогда никому не желает зла. Продолжение, конечно же, следует. Я буду снимать для вас видео. Может быть, что-то буду придумывать новенькое, какое-то вот хочется, да, уже к какому-то другому формату переходить. С идеями также жду вас в комментариях. Всем до новых, скорых встреч!